Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». И мы еще раз прём за Ряпушкой. И сегодня это будет последний, блин, выезд, потому что погода у нас закончится завтра. Что вредит? Бурение вредит. А, ну оно вредит, конечно. Хочу покурить, раз. Вон водочка шуршит, видишь. Ну, сегодня мы в горном одиночестве. Пока. Народ еще не съехался. Пробная Таня. Приехали опять рано. Думали, не успеем. Но приехали, собрались быстро. Так что опять маленько раненько. Часа на полтора. Тюрин сегодня с новыми силами впрёкся. Чего? Ну, я тебе говорю, вода упала. Головешек нет. Значит, нет. Рано, ну. Рано, будет ли вообще? А фиг его знает. В ожидании косяка. Хоть пилятку поймать. У нас короткий невод для пилятки. Не. Анема. Вообще ничего. Все, бросай. Все, ждать будем. Я туда домой поехал. Домой?
Нифига. Нету, а? Нету, нету. Ни одного, да? А. А, она заехала на стрелке, поднялась. Ну, кто-то, видишь, булькается там. О, что-то ходит, Кость. Налим. Да? Я не понял, кто это. Налим. Не, или пилятка или щука. Нет, что-то там бороздит. Налим, по-моему. Пилятки. Пилятка? Угу. Окунь. Пилить. Дай куска, отпусти. Кого? Окунюк. А, окунь? Да кусок. Рано, значит, еще. Да? Убрали. Промет, ряпушка начала подходить. С ведерка, наверное, поймали. Предыдущий-то не. Надеемся на эту тонь. Должна быть получше. Может быть. Если нам повезет. Ага, что-то торчит там. А? Что, есть, да? Ништяк. В берегу? Ну, может, когда подтягивать начинаешь уже это, которая выходить пытается. Здесь нету. Чё нам, блин? В той тоне только повезло. Вон одну там видно. Вон еще есть. Смотри, в самом берегу вон они начили сколько. Может, веревку покороче откинуть. Короче, Кость. Куча прям вон табун сидит. Табун. Табун лошадей. Ну смотри, сколько. Видишь? Ага, отбила, ну, маленько. А там нету? Нету, ну.
там гоняет, что ли? Нет, ага. Ну, хоть маленечко. О, хоть малявки убегут. Чуточку. Вон селедка убежала. Ага. Я уже вижу. Да? Вон торчат, вижу. Ну не в берегу, с середины вон. А? Да ты чё? Не понял. Не хочет плыть лесом. Мель, что ли, глина? Глина. Ты сильно не торопись, чтобы его не поднимало. Потихонечку. Полегонечку. Может, она в том месте лучше подходит? Где? Ну вот там. Нет, почему в серединке-то вон попала? Нет, вот где у нас в первой-то не попала. Ну почему здесь тоже попала? Ну не, а так, не так, чтобы. Вот и еще, вот одна. Ну, мы же не поедем перед людьми, не кинем. Вчера и эти, видишь, там вперед всех поймали. Ну да. Да подойдет еще помаленьку сейчас. Наливаем, что-то переживаем. Налима взяли, что ли? Да, ну, что? Налим хороший. Ой, точно! А нет, нехороший. Нет, филятка. Нехороший будет. Хороший. Сопливый. Палок сюда? Не надо. Потом мои руки болят. Слушай, ну да, совсем мало, да? Плохо что-то подошла. Попозже будет. Худой-то, смотри, какой он еще селедки не поел. Худой, смотри, какой. Тарелка-то была. Ну. Ну вот немножко там пару кусочков было и все. А я-то ела, а она, по-моему, нет. Нет, ела, ела. Видела. Что-то тина здесь вонючая какая-то. Угу. Это, Костя, так это какой-то кусок торчит. Кусток? Да. Мы веревкой ее обойдем. Слушай, может попробовать проплыть маленько? Может быть. Там он еще. Да, там выведем. Одна. Там еще в начале где-то одна была. Да, здесь вытащи. Есть? Опять берег? О, да. А ты чё? Вижу, вижу.
Сейчас посмотрим, что внутри. Ой, с этого уха есть. Или это поплывки там, тырк? Нет, вот, Костя, прям в ушах, смотри. Не, и тут есть сухо. Что-то разбило по всему небу. Пониже, Петр, пониже ее. Не упустить. Ну а что сделаешь? И чья под нее? Край, смотри, как втерся там. Край, видишь, косяк, видать, в реке шел. Надо повыше. Я понимаю, что повыше. Вот тебя наичила, подруга. Есть. Малеха. Ё-моё. Живем, ребята. Живем. Чё, блин, это нормально. Было бы что. Да. Его ниже, ниже, низ. Не торопимся сильно. Есть контакт. Налимчики? Ну что там? Пилятки. Пилятка или что это такое? Пилятка. Блин, прям в лужу, да, вытянули? Угу. Что говоришь? В лужу вытянули прям. О, ёрш попал. Ёрш, а я уже выкидывал ёрши. Как-то интересно подошла, слушай, по всему этому неводу. Ага, раскидала. Окусь, вся свободная. Я говорю, вот этот тайтани мы вчера и поймали. Да? Да. Помнишь, Петр? Угу. Я Федя еще на лима мне кричал на последней тайне. А, забери. Да. И они поехали наверх. Я еще их спросил, говорю, что поймали? Ведро. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Мы сейчас щипать будем долго. Да, долго не будем на строе. Там тоже на лодке трое. Давай позовем. Скажем, помогите вообще. Массы все равно нету. А? Массы все равно нету. Нету. Проскочила. Рыбу? Пилятки там шумят. Вон с той стороны попалась. Уже загибали когда. Нет, главное, чтобы она не выпрыгнула в лодку. Кто? Пилятка. Нет, я в мешок положил. Ну, она может выпрыгнуть? Ты завязал? Нет. А то пропустит потом. Да что ты, пилятку не увидишь, что ли? Грохочет, как будто по лодке. Да, да. Есть? Есть? Не понял? А тут можно ведь, вон чайки ловят.
Чайка на воду носила. Не вижу. У меня он есть вообще в самом берегу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Дальше не знаю. Есть. Она что, в самый берег залезла? От самого уха и пошла. От самого уха? Маленько есть? У меня-то хорошо есть, Костя. Да ты чё? Да. Вот, смотри. Блин, точно. Что-то надо всё-таки, наверное, берёг укоротить. Давай попробуем. Давай попробуем. Ну, испортим, испортим. Выходи, Петр, на берег. Ага, вон, смотри, ей в берег отбило, как её. Она вся вот в берегу, Костя. О, там кто-то ходит. Ходит? Крупненький, ну. Нет, ну у вас тоже есть, но не столько, сколько у меня хоть. Ага, я говорю, отбила ее что-то в берег. Где ходит? Вон они, пилят. Вон налим ходит. Котлетка ты наша. Котлетка. О, вот этот поплотнее налимчик. Котлетки не ел. Урешь, не уйдешь. Вот, смотри, какая кость пилядище. Хорошая, ага. Петр, на жабры бери. Ну, смотри, он тоже худой, да? Худой? Ну, не знаю, да он почистит. Посмотрим. Вот так сильно штуки три, блядь, домой везти, блядь, за счастье, блядь. Свежемороженый. Да, строганина с нее класс. Да? Да. Ее называют, я тебе говорю, сырок. Дайте мне. Ты вытаскивай только. Так заглянул. Ну вот и все, друзья. С вами вновь была наша артель. И мы заканчиваем. Так как сейчас темнеет. Уже артель. И уже будет не видно. Артель, да? Ну и всем не хвоста, не чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. Привет. Тезке-то хоть привет передай. Тезка, селедку, давай сюда. Давай. Селедку в зубы возьми. Понравилось очень, да, помаши ему хвостом. Селедкиным хвостом. А, Петр, понравилось? Азибалдеть. Азибалдеть.